Так, девчоночки, доброе утро. Снимаю распаковку своего заказа. Фаберлик. Это заказ тут мой. Сейчас я буду рассказывать. Так, девочки, показываю. Хорошо тут видно, смотрю. Так, смотрите. Так, вот это я себе взяла штанишки. Вот он чек. Это брюки женские, цвет фуксия, размер 2XL. Вот дело в том, что я себе брала такую уже курточку BioBest, да, и вот теперь такие штанишки, вот, девочки. Я уже, одни у меня темно-синие, а это вот такие фуксии. То есть, короче говоря, у меня будет костюм. Здесь резинка, они очень самые, это называется, вот видите, такая ткань, господи, как же она называется? Забыла. Ой, сейчас вспомню, как она называется. Внизу здесь резиночки по низу штанишек. Вот, собственно, карманов здесь нет. Больше ничего особенного. Ну, классные. Мне нравятся. Чем нравятся? Они не кашлатятся. Понимаете, они гладенькие. Они не кашлатятся совершенно. И носятся очень хорошо. Вот я покупала недорогие штаны там в других, и там, ну, как бы дешевые. Хотя, ну как недорогие. Кстати, я говорю, я взяла эти брючки по лайку. Лайк, вернее сказать, у меня не лайк, а я бриллиантовый VIP, и у меня 70% скидка на одежду. То есть я вот эти штанишки взяла за 630 рублей всего-навсего. Ну, я в основном заказе брала, это был досыл, автозаказ. Поэтому за заказ меня взяли 9 рублей. В общем, с меня, в общем, 639 рублей мне обошлись эти штанишки. Так, теперь, что у меня еще? Это у меня заказала клиентка кофточку. Это зимняя коллекция бурматиков. Не было, к сожалению, она там хотела темно-синюю, но мы взяли черную, не было другого цвета. Вот такая вот кофточка с люрексом. Ну, будет мерить, будет мерить. Помните такую, да, кофточку? Вот она. Она присобрана у горловины. Такая интересная. И вот такой тоже большой рукав красивый. Расклешенный. Видите, тоже собранный он на такую беечку косую. Тут косая беечка. Ну вот, и тут он такой ровненькая, она ровненькая. В общем, будем мерить. Взяли размер Е50-52. Будем мерить, смотреть. Так, цена какая на нее? Гляну сейчас. Так, цена. Так, девочки. 1439 рублей. Это наша цена. 1799 каталожная. Так, что дальше? Это у меня биогель для мытья посуды. Это серия Гринли антиналет, биоформула, цитрусовый, натуральный. Так, что еще? Здесь у нас ботаника серия. Масло крапивы и липовый цвет. Укрепление и блеск. Так, теперь у нас для цветного белья, для стирки цветного белья. Есть такие клиенты, которые очень любят стирать именно гелями, не любят стирать не любят порошками, да. Так, это вот такой наборчик у меня клиентка заказала для бороды, смягчающий эликсир для бороды, и мыло Barbary Love черное, но внутри была акция вот именно на эту парочку. Вот этот я рекомендовала, девчат, для бороды, классный подарок на Новый год, если мужчины борода есть. Очень хорошо смягчает бороду, она не торчит вообще в сторону. Так, это у нас пенсил, карандаши у нас сейчас так упаковываются. Вот не хочется разорвать коробочку. Это все клиентка у меня заказала, поэтому не хочется. Вот такие карандашики, да, ну классно, в такую упаковочку, ну, чтобы они не стирались, не вытирались. Это же у нас серия Glam Team. Мейкап. Это серия итальянская коллекция у нас. Поэтому все вот так очень по-европейски классно запаковано. Так, это карандашик для бровей. Очень сейчас недорогая цена. Всего 99 на него.
Так, это лаки у нас вот такие вот интересного цвета, приятного, да? Ну, такой, конечно, спорный, но это вообще натуральный. Вот такой вот лачок. Ну, может, это лечебное что-то? Nail polish. Так, надо будет посмотреть сейчас. Это вот у меня клиентка всегда просит на холодильник, ну, как символ года. Это у нас тигр голубой, love или moment. Очень красивое украшение для холодильника. Магнитик. Так, а это у нас для бровей. Это у нас для бровей. Как тушь для бровей, для укладки бровей. Так, а это у нас, видите, в отдельном пакетике упаковали. Это приправа. Приправа для пасты и круп. Так, отлично. Так, что здесь у нас? И краска. Краска у нас стойкая 501 Мока. Тоже клиентка заказала, надо краситься. Любит, всегда берет салон К. Вот это с аминокислотами шелка. Очень мягкая краска. Она не с аммиаком, а с солью аммиачной. То есть красит очень деликатно. Ну, кто, для кого не важна стойкость цвета. А люди как бы акцентируют свое внимание на максимальной безопасности, гипоаллергенности. Тогда эта краска для вас. Она отличная. Ну, вот такой небольшой маленький заказик у меня. Спасибо за внимание. Всего доброго, девочки!